просили принести. Ага. Ага. Так. А где? Вот здесь вот, да? Нет, не здесь. Это я не чекал. Вот здесь вот. Так-то, так-то это может быть мясо. Надо отбить, отнести, попробовать. Нет, Badge of Courage. 7 уток. А, даже 7, а не 9. Что он собирается делать этим войском, интересно? Блин, ну вот мораль это вообще лишняя. Ты же некр, какие морали? Блин, ну так-то да, у меня войско не выживет. Из-за этой моральки гребаной. Так бы еще ему змейку отминусовал как минимум одну. Что, достанет он до центрального города, нет? Интересно. Достал. Зараза, блин. Сколько же у него там все носятся эти педики? Посмотрим, что ты тут сможешь с этим войском великолепным. Блин, ну хреново, что я его в центр пустил, очень хреново. Большой. Если он достанет до меня, то может, ну, если у него есть магия, то может нехило меня раздолбить магией. Так, 360 мобов, но я должен успевать его топу и потом напасть на город. Если он сейчас на меня не нападет, конечно.
30 СП, да, там магия. Но у меня задача убить его за 2 хода. Что у тебя там есть из магии? Цепная, да? Да не, он не выживает. Собственно, я его убиваю. Без вариантов. Сейчас у него отхаживают змейки. А у меня еще баллиста подконтрольная. И плюс один скорости. А, резиста нету. Отлично. Пробивает я, правда, тоже плохо. Три ангела, что-то совсем слабенько бьют. Так. Тогда перебиваем этих, а этих слепим. Так, а кто бьет больше, они или они? Непонятно. Так, значит, змейками займутся вибы. Ровно убиваю, отлично. Привет, Витя. Да, ну как бы там он говорит, что есть резист, типа он может прокнуть. Вот новый ход. Так. Ну, лола, зачем? Ну ладно. То есть Вива убьет змейку. Точно. Может быть. Не может быть, а мы должны его убивать и без молнии, без всякой дряни подобной. Шестая скорость. Нет, не убиваем немного, да? 5, 7, 30... Так, точнее, 4, 7, 280. Чуть-чуть не добиваем. Так, ну, значит, рассчитываем на молнию.
Ну, это... Я, конечно, пожадничал, что не, ну, не стрейдился под ноль и не попробовал убить вот этого героя. Или подблочить его еще сильнее. Из-за этого можно было и сохранить партию. Чат завис. Не знаю. У меня все как бы... А, у тебя непосредственно? Ну, я не знаю. Шо там? Без понятия. Ну, не факт, что я проиграл бы без ангелов. То есть, там все равно были вариации. Я бы там, даже если он успел откупиться, я бы срезал всех змеек. И у него просто первой скорости не осталось бы. Наверное. Хотя хер его знает. Торговался за болото, по ходу дела. Так, итого 3 с половой за флаг с красной.
Так. Ну, поехали. Строимся, перестроимся. Бёха по деньгам. Тоже хорошо. И баллиста неплохо. Еще я ФКшить пошел, засранец. Так, два улья есть возле дороги. И еще 350 голда. И Мюллич. Вот это папашка. Папаня. В гости к нам приходит. Здорово, Диман. Так, выучит. О, еще и гундулка сверху зашла. Если Мюллич будет как урод качаться, то мы знаем, что делать. Пока что вроде не так плохо все. Покажи ему Мюллича. Ну, точнее, случайно его покажу. Не хотел. Просто все на фейках, а у него статы оказались самые большие. Из-за левел апа, наверное. Так, Дар куда-то отошел. Здорово. Спасибо. Самое интересное, что Дарк не дешево отдал флакс, Дарк торговался за болото, я бы вот что сказал. То есть он считает, что болото сильнее флакса. Он вообще, у него в иерархии, короче, болото где-то на уровне кастла, по-моему. Ну, чуть ниже, наверное. То есть данж с болотом он считает равнозначными городами. Поэтому я сомневался и, ну, 2-1 дал, еще бы чуть-чуть, и я бы сам его отдал. То есть, ну, скорее всего, он бы играл болотом просто за свои деньги.
Себастьян, я так понимаю, будет единственным участником турнира Гранд Прикса. Сейчас бы за свои деньги в Хоту поиграть. На Джебусе. На Близ Джебусе, да. За один день. Лол. Так, сейчас поменяю название. Будете знать Флаксус кто. Так, Даркел там отошел. Поэтому можно, конечно, поискать параллельную игру. Но я что-то хотел... А, я же скачал новую книгу. Думал, вместо второй катки может книгу читать. А то последнее время параллельные катки эти заполонили мое время и пространство. Чё, по раскладу? Ну смотри, вот видишь. Флакс есть. Есть арты. Все. Такие пару штучек. Так. Арес называется книга. Автор. Я уже забыл. Аксенов, по-моему. Фэнтезийное направление мне нравится. Магия, драконы и же с ними. Сразу вам скажу, что зарубежной литературы я из подобного почти не читал.
и Джордж Мартин советовать не надо. Его хватает в сериале. Да, Перумова читал. И Зыкова «Дорогу домой». Ну, как бы я... Говорю, я читал все это. Ну, это как бы топовые направления, что некромант, ну, начиная с мечей. Очевидного Петухова рекомендую. Не слышал никогда за Петухова. Но по фамилии мне уже не нравится. Про Космо Ивана? Нет, мне с космосом всякая хрень не нравится. Ну, это, говорю, классика жанра фэнтезийного. Перумов, Зыков. Топчики. Ни Пехова, ни Петухова я не читал. Первому скатился с весом. Да не знаю, по-моему, нормальное окончание было. Вполне. Это вот «Гибель богов» вторая подвела. Соглашусь, кстати, это с тобой, потому что, наоборот, если бы все продолжалось в том же духе, как было изначально, эти бесконечные погони, это его страдания, то как бы книга ничем бы и не отличалась от кучи говна, которые делают. А тут было развитие сюжета, и это вполне нормально. Я что-то читал про темного эльфа, или не про кого, про что-то подобное. Это там, где главный герой сверхимбалансен. We'll be right back.
Ну, самое начало, когда он добрался в темную башню, это, по-моему, первая часть. Я вот даже забыл, какая из частей книг. Ну, в общем, да, там немножко нудновато начинается с темной башни. Потом вполне нормальное действенное развитие сюжета идет. Так что не говори про книгу плохо, если ты ее не дочитал. Так, Дар доходил. Небо, еще парочку ульев и нормас. Ожерелька. Ожерелька. Так, ГО великолепнейшее просто. Надеюсь, оно одно. Халявная Пандора. Так, вот еще улей. Правда, что-то за жёстенькой охраной. За жёстенькой. Так, и еще пара Пандор. Ну, можно. Можно поиграть. Вполне. Пройти можно, пойдем посмотрим. Там шлем череп квестовый. О, еще улей, отлично. Все, 4 улья есть. Значит, разберемся. Есть 4 улья. Там дам да дам дам. Лол, лол. Ну-ка садись в город. Я сказал, сел в город быстро. И не мешай нормальному пацану. Просто сборник папашек. Конюшня.
Так. Блин, жалко, что алтарь для Гуннара не подходит. Он же типа злыдень. Писюкатый. Я бы их замочил, но их в стеке-то будет по 15. А это как-никак 90 хп. Так, ну хоть других ГО нету, так что все отлично. Ну вот тут пусто. Ну вот тут пусто, выросла капуста. Монахи амулет от молнии защищают? Или что это? Так. Ну, вот как-то так пойдем. Так. Ну вот как-то так. Как-то так, как-то так. На следующий ход берем воздушек. Берем воздушек, бьем Пандору, подбираем Пандору Гуннаром и бежим к ульям. Причем к ульям побежит никто иной, как Сармилич. Он у нас с плюс 2 скорости, плюс морали, боевик. Хреновик. Дендроиды Грейжиная. Тоже. Вры Пандору никто не видит. Да подождите, сейчас стрим упадет ненадолго, на минутку. Я возьму Пандору. Ну, в смысле, пробью ее, естественно. Правда, дендроиды потом могут ожить, они же деревянные. Вырастут снова. Я есть Грут. Блин, как бы туда вот проскочить, просочиться. Не, баллисту брать я сюда не собираюсь. Зачем? Она не пригодится. Это
Вот на такие блоки, да, баллиста нужна. Ну, такие. То есть, которые летят, не глядя, с большой скоростью, ты их не остановишь. А пока что баллиста не нужна. Сделаю еще ход, пойду перекушу. Так, ребята, как я уже уговорил несколько раз, у нас, помимо всего прочего, есть ключики, премиум ключики от ГГ, папские вопросики, а также вопросики на воспоминания по играм. Готовьтесь, скоро будут, делайте там стоп-старт, отвечать нужно в чате ГГ, как я уже говорил. Один раз, то есть повторные ответы не принимаются. Вот, я пока сейчас покумекаю, что спросить. Ты там не выпендривайся, сиди. Ты вообще ни разу правильно не ответил, по-моему. Да нет, тут на элементарный подсчет сейчас первый вопросик будет, который я уже придумал. Он довольно из простой теории, но многие могут на него ответить не сразу. Короче, ответ 76. Так, в общем, вопросик простенький, на элементарные познания. Ну как простенький, тоже посчитать нужно, но быстрее будет посчитать самому, по-моему, чем лезть куда-то. Так вот, вопрос сдвоенный. Скажите, то есть тут нужно цифры суммировать, сразу скажу. Первая часть вопроса — это сколько в сумме процентов экономит вам дороги, все три типа, медленные, средние, быстрые.
ему книжку купил же, да? Вроде покупал. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, что-то они не хотели разбегаться нормально. Надо было, наверное, этого сначала агриться. Воу-воу-воу. Полегче. Бандиты. Нац тебе. Нац, нац. О, еще и разбежались. Вообще красавчики. Так, или вот эти использовать. Тоже нормально. Что-то их немного, а больновато как-то вышло по итогам боя-то. Ну, хоть с рельефом тут вообще все отлично. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда. Ой. Бридурок. Дал просто гарпию. Сейчас бы феи просрать на моральке.
какой-то из-за этого кровь фундавать, из-за того, что Гарпию по тупке отдал. Земелька. Блин. Ну ладно, оба будут качаться. А, тут все равно 10 тысяч золота. Вот, вот же ж. Не нужны мне были эти деньги. А здесь-то должен быть опыт, только там и люли должны быть. Сначала нужно ехать за куюльями. Так, ну 21 воздушка вполне. А как пройти к этому улью? Вот тут, что ли? Жесть какая. Зачем ты гунаром сюда прибежал? Пофапать? Так, водичка, грязичка. Ой, а чё я мяско-то вот это вот не отдал? Мяско не отдал, мяско не отдал. Вот говно, туда доходить просто год. Да, короче, надо кого-то уволить. Кого-то надо уволить. Так, вот здесь как раз, ну блин, она бабло приносит. Ох уж эти бабло приносящие шлюксы. Вроде уволить хочется, вроде. Надо так, пробьем его. Так, мораль, мораль, мораль. Сплошная мораль. Так, теперь маленький улей. Фейк вообще брать туда не будем на следующий ход. Пробьем тут же второй. Джиниев, наверное, все-таки будем пробивать гунаром, потому что, ну, разницы нету.
Тут только моралька могла бы помочь, но... Короче, в пень. Так, я пока перекусить.